определитель купюр. Приложение «Определитель купюр» распознает деньги при помощи задней камеры. Определитель купюр. Настройки. Кнопка. Телефон необходимо держать на расстоянии 10-15 сантиметров над купюрой. Купюру подавать параллельно телефону. 1000 рублей. 50 рублей. 5000 рублей. Программа сообщает о номинале как синтезатором, короткими и длинными вибрациями. 100 рублей. Для каждой купюры не свои. 1000 рублей. 500 рублей. Также для слабовидящих пишет текстом. Свернуть — кнопка. Привет. Я помогу вам определить, какая перед вами купюра. Чтобы продолжить, смахните влево по экрану. Перемещайтесь по пунктам обучения, проводя вправо и влево. Одно обучение. Двойная кавычка. Далее — кнопка. Я определяю купюры с помощью задней камеры на телефоне. Чтобы мне было легче, держите купюру параллельно телефону, примерно в 15 сантиметрах от камеры. Далее — кнопка. Я могу сообщать номиналы купюр с помощью вибраций. Далее вы почувствуете вибрации для каждого номинала. Далее — кнопка. 10 рублей, одна короткая вибрация. Далее — кнопка. 50 рублей, одна длинная вибрация. Далее — кнопка. 100 рублей, две коротких вибрации. Далее — кнопка. 200 рублей, две длинных вибрации. Далее — кнопка. 500 рублей, три коротких вибрации. Далее — кнопка. 1000 рублей, три длинных вибрации. Далее — кнопка. 2000 рублей, четыре коротких вибрации. Далее — кнопка. 5000 рублей, четыре длинных вибрации. Далее — кнопка. Загляните в настройки, чтобы настроить приложение под вас. Чтобы туда попасть, используйте жест вправо и вниз на главном экране или нажмите иконку в его левом верхнем углу. Свернуть — кнопка.